школах Ленинского района сегодня состоялся единый день здоровья. Такой день проводится в общеобразовательных учебных заведениях уже на протяжении многих лет и обращает внимание школьников на свое здоровье, занятия физической культурой и спортом. В этот день в школах проводятся классные часы, на которых обсуждается заданная тема. Так, в школе номер 7 один из классных часов был посвящен вниманию к людям, имеющим ограниченные возможности здоровья. Ребятам стало понятно, что это такие же люди, как и все мы, только все им дается сложнее. Также они испытали на себе, что чувствуют люди, чьи возможности ограничены физически. А в это же время во дворе школы началась ритмическая гимнастика. Провели ее старшеклассницы школы. Веселая музыка и общее настроение заставили двигаться даже директора школы. Уже устала танцевать, потому что быстро очень. Неинтересно. Сегодня день здоровья? Да. Ты за здоровье? Да. В этот день все школьные занятия посвятили здоровому образу жизни. Впереди длинный учебный год, и ребятам понадобится много сил и здоровья, чтобы с успехом справиться с той нагрузкой, которая ложится в наше время на плечи школьников.